Автопарк службы скорой помощи Карагандинской области пополнился 16 новенькими машинами. Такой подарок департаменту здравоохранения региона сделала группа «Казахмыс». Теперь качество обслуживания населения улучшится, говорят врачи. К больным они будут добираться быстрее. Презент стоимостью более 73 миллионов тенге промышленный магнат преподнес в канун Всемирного дня здоровья. Машины скорой помощи приобретены в рамках подписанного меморандума между акиматом области и корпорацией «Казахмыс». На главной площади Караганды ключи от специализированных автомобилей службе скорой помощи вручал глава региона Баужан Абдишев. Выполняя поручения главы государства, местные органы сегодня делают все необходимое для укрепления материально-технической базы здравоохранения. Ежегодно на эти цели выделяются огромные финансовые средства. Понимая свою социальную ответственность, не остается в стороне от этого общего благого дела крупнейшие предприятия нашего региона. Новенькие машины марки Hyundai поступят на станции скорой помощи Караганды, Жезказгана, Сатпаева и Балхаша. Микроавтобусы оснащены цилиндрами с кислородом, электровентиляторами, переносным освещением, портативными медицинскими шкафчиками, держателями для жидкостей, носилками и гамаками. Сегодняшнее событие – это хороший пример полного взаимопонимания исполнительной власти и крупных промышленных предприятий области. Для нас, работников здравоохранения, это взаимодействие и взаимопонимание дает вот такие подарки, которые помогут нам, медицинским работникам, доступно, своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь. Напомним, 5 лет назад корпорация «Казахмыс» подарила области 36 санитарных машин. До конца текущего года это системообразующее предприятие выделит еще 50 миллионов тенге на оснащение медицинским оборудованием родильных домов Караганды и Жезказгана. Из 50 миллионов долларов, которые мы ежегодно тратим на социальную сферу, 15 миллионов мы как раз таки затрачиваем на наше оздоровление наших работников и работников и семей наших работников. То есть это ни одно предприятие Казахстана не может, так сказать, вот такие деньги тратить в таком объеме. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.